Привет всем, мои дорогие друзья. Сегодня с вами снова я, Владимир. Это не полноценный видеоролик, это скорее промо. Дело в том, что мне очень нравится творчество видеоблогера Pixel Devil, и там же я у него посмотрел видеообзор такой консоли от компании Nintendo, как Virtual Boy. Я о ней раньше знал, но именно заинтересовался как консолью только после его детального обзора. Я понял, что я такую консоль себе купить не смогу, потому что обладать ей будет довольно-таки дорого, плюс нужно искать человека, который будет мне паять, получается, кастомный карик, чтобы как Devil я мог перепечататься между различными ромами игр, записанными на карту памяти. Но в общем и целом я решил сделать свой собственный Virtual Boy, посмотрел, как он устроен, какие мне потребуются компоненты, и об этом будет следующее видео. Но забегая вперед или предполагая о том, что вам, возможно, будет интересен этот гаджет, который мне поможет сделать Virtual Boy, я решил снять данное промо. То есть, чтобы понимали, это специальный шлем виртуальной реальности автономного исполнения. То есть здесь своя операционка, здесь свой аккумулятор, он полностью не зависит от телефона, то есть сюда даже телефон не вставляется. Это абсолютно независимое устройство. И самое что интересное, может быть, он мало кому будет интересен как шлем виртуальной реальности, потому что это в первую очередь, на секундочку, портативный 3D кинотеатр, мать его. Да, здесь можно смотреть фильмы, как на телевизоре Samsung в 3D. Я сам охерел, и в какой-то момент я подумал, а нафиг мне Virtual Boy, когда я могу, собственно, использовать этот гаджет как нормальный полноценный кинотеатр. И я так уже делаю. Я вставил сюда карту памяти, и здесь у меня все нужные мне фильмы, которые я хочу посмотреть в 3D, в свое время не успел. Ну, задавайте вопросы в комментариях под этим видеороликом, что именно мне нужно рассмотреть, рассказать вам по данному гаджету, какие у вас вопросы появились. И далее спонсор сегодняшнего видео. Спасибо за внимание. Я являюсь официальным партнером онлайн-магазина GearBest. Я никогда не наваливал на вас кипу рекламы, не призывал там что-либо покупать, но близится 11 число, это Всемирный день холостяка. И этот праздник очень сильно уважают в интернете, в том числе компания GearBest, поэтому на данный праздник будут очень высокие скидки, очень высокий прайс-дроп, вплоть до 50% на некоторые категории товаров. По секрету, компания Xiaomi очень сильно снизит цену на свою продукцию, а именно на мобильные телефоны. Меня же все эти категории товаров не очень сильно волнуют, кроме аксессуаров для мобильных телефонов, это Android, iOS, планшеты, смартфоны и компьютерная периферия, в том числе умные колонки, всевозможные умные наушники Bluetooth и так далее и тому подобное, вплоть до часов. Поэтому я приложу в описании под этим видеороликом 4 реферальные ссылки, через которые вы сможете получить скидки именно на эти категории товаров. Ну и в принципе, если вас интересует одежда, к примеру, умные лампочки и прочее, у других блогеров также будут скидки на эти тематики, но мне это не интересно, потому что я в принципе, с GearBest ничего не имею, кроме партнерских товаров на обзоры. Второй момент, о котором я бы хотел вам рассказать, это возможность предзаказа. Ее ввели только сейчас, и эта система была даже вначале непонятна мне, пока я не просмотрел деморолик. Я проведу аналогию с онлайн-магазином 1С. Если вы хотите что-то купить, но официально в продаже данного товара еще нет, там очень часто продают, допустим, купоны первого покупателя, но это называется предзаказ. Вы, цифры я буду брать из воздуха, условно покупаете купон на 100 рублей, соответственно, начинается официальный старт продаж того или иного товара, вы с этим купоном покупаете его вне очереди, потому что, можно сказать, ваш образец, он зарезервирован. Вы получаете скидку в стоимость купона, допустим, 100 рублей, и в качестве лояльности от магазина еще скидку сверху. То есть, типа, потому что ты предзаказал, поддержал движуху, поддержал магазин, и он смог там больше затариться, к примеру, товаром. Вот здесь то же самое. Внося депозит, к примеру, в $5, вы получаете потом во время официального старта продаж скидку 15. То есть, такая вот система. Я вам приложил этот деморолик, чтобы вы могли более детально с ним ознакомиться, но это здорово. И, в принципе, официальный гайдлайн, как именно будет происходить распродажа, очень большой. Я не хочу отнимать ваше время, потому что внутренний листок для партнеров, он занимает там порядка 900 формата А4. Я приложу вам ссылочку на публичный гайд, чтобы вы могли, ну, максимально урвать больше скидок, допустим, потому что в определенные часы, в определенные дни, покупая товар, вы получаете в подарок от магазина какой-нибудь рандомный став на категорию, там, к примеру, beauty, либо на категорию IT. И я не буду прикладывать вам реферальные ссылки, еще раз говорю, потому что, ну, у меня нет какой-то цели за счет вас что-то заработать. Просто знайте, что есть такая распродажа, и будет такая возможность все это получить. Скидка на гайд по распространению вот этих вот призов акций также будет в описании под этим видеороликом. Желаю вам успехов. Ну и, в принципе, это все, что я хотел вам сегодня сказать. Ждите новых роликов.